Мир вашему дому. Всем доброго здоровья, друзья. Вот говорят, что деревенские в искусстве не разбираются. Говорят, вообще ничего не понимают там. На самом деле это не так. Я вам сейчас представляю просто шедевр деревенского искусства, который я назвал куб, черный куб Малевича. Итак, смотрим. Итак, это самый обычный туалет, который мы сделали. Помните, я рыл яму, еще загадку загадывал. Говорю, что я делаю? Рыли-рыли, и бах, дорыли, что аж эта вода появилась. Вот. Самый обычный туалет. Просто покрасили его. Просто была черная краска, которую девать некуда было. Вот пришлось вот такое искусство сделать. У нас не просто квадрат, но куб, даже лучше. Значит, технологию, сейчас покажу. Тут внутри можно заглянуть просто. Вот мы этими плитами ОСП обшили. Вот. Дело в чем? Дело в том, что просто делается каркас, обшил пару окошечек. Я говорю, женский труд, он неблагодарный. Почему? Потому что вот женщина готовит, много еды наготовила, там что-то порядок прибрала, пришли, все съели и ничего не видать. Вот. И поэтому как бы женщинам иногда обидно бывает. А мужчина нет. Вот мужчина раз, вот сделал туалет, все, и вот он стоит, и все такие говорят, о, какой ты классный парень, надо же, вот твой труд видно. Вот реально, вот мужской труд, его видно. И как бы, ну, тут женщинам как бы немножко так это обидно, вроде как несправедливо. Вот, хотя, если бы женщина не кормила, порядок не наводила, то и мужчина бы, наверное, не смог вот что-то такое придумывать. Немножко расскажу про технологию. Значит, мы давно уже используем технологию этих шин. Большие шины от грузовых машин собираем, значит, и в это берем внутреннее вот такое вот кольцо, как бы вырезаем лобзиком, там эти пилки, ну, какие-то по металлу, еще какие-то они это портятся, вот, какие-то старые пилки берешь, пилишь, водой поливаешь, вот, и все, потом вот эту вот штуку тоже куда-нибудь применим. Все, и я между шины наложил, и между шинами еще камни делаю, вот, и все, и получается такой стакан, яма, которая хватит там, не знаю, на 1000 лет всем. Для чего машины используем? Чтобы, ну, даже вот та же яма, например, да, мы также используем в сливных ямах, чтобы уже один раз ты сделал и все, я говорю, там на 1000 лет, чтобы уже к этому не прикасаться. То есть данный вариант, он не обсыпается, там вода уходит, как бы, ну и вот это проверенный вариант, уже годами проверенный. Вот. Один раз сделал и все, и чтобы эта постройка, так скажем, хватила еще моим детям. Ну все, всем желаю качества в ваших постройках, в ваших строительствах, в общем и целом в вашем созидании. Значит, женщинам помогать в их труде, потому что их труд не виден, но он есть, и он очень-очень большой. Как это, ну, деловые работники, все для фронта, все для победы. А мы деревенские разбираемся в искусстве, просто оно у нас такое, ну, своеобразное. Свое деревенское.